Давай! Идем, погнали! Я для зрителей напоминаю, что после того, как катаются наши юниоры, будут выступать уже мужчины, это уже можно сказать профессиональный уровень катания, поэтому совершенно точно будет на что посмотреть. Запредельное шоу от наших Соколов, Орлов, отечественного выбора движения, поэтому совершенно точно не стоит расходиться. Дальше будет еще интереснее. Ну а мы возвращаемся к Семычу и к его второй попытке. О, трехотер, попыточка, но не укладывается до конца. И у тебя 10 секунд, это время на заключительный крючок. Бэкфлип, здорово, на топ. Спасибо большое, Артем. И заключительный участник этого Макс Соныч, Макс...